Карелии установили личность бойца по медальону. В нем обнаружили сильно поврежденный лист бумаги с именем и фамилией солдата. Далее работа в архивах, экспертиза. И вот постепенно, шаг за шагом, поисковики узнали, что Петр Кондратьевич Родионов родился в Чувашии. Был призван в армию 30 июня 1941 года. В этом же году он и погиб. 30 июня 1941 года он был призван Первомайским военным комиссариатом в ряды Красной армии. Мы предполагаем, что либо он попал в 52-й стрелковый полк, либо был в составе 272-й стрелковой дивизии, но в октябре, в сентябре месяце оказался в оборонительных боях под городом Петрозаводском. И когда отступали под натиском финских войск, там не были немцы, там были финны, он погиб. Герой не только тот, кто закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Героем сегодня мы должны считать любого бойца, который был готов подняться в атаку. Подняться в атаку, выйти с окопа, подняться на бруствер – это самое тяжелое. Сделать первые 2-3 шага в атаке – это самое страшное. Потому что каждый, кто поднимается, он уже под прицелом. И сегодня мы провожаем Петра Родионова, конечно же, как героя Великой Отечественной войны. В храме Александра Невского, что в Буинске, провели отпевание. Затем останки красноармейца перенесли на кладбище Буинского сельского поселения. Проводить земляка в последний путь пришли родные погибшего красноармейца, жители района, представители поисковых отрядов из разных районов республики. Спустя несколько десятилетий Петр Родионов обрел вечный покой рядом с женой и сыном. За 75 лет ожидания и слезы, конечно, слезы. Вот Мария, жена, сколько она искала. Сколько она ждала, с каким трудом она вырастила своих детей. Вот уже говорили тут, что они даже не получали пособия. Я помню, мама рассказывала, что дети были опухшие после войны, голодные, но они все-таки выжили. И, конечно, всю жизнь ждали. Имя Петра Кондратьевича Родионова навеки вписано в книгу памяти Чувашской республики. Оно высечено и на мемориале у монумента воину-освободителю в парке Победы в селе Малые Кармалы.